Мы с вами находимся в высотном скоростном лифте. Он движется со скоростью 7 метров в секунду. Рядом с облаками, на краю неба. Формула проста. Можно строить только вверх и нельзя вширь. Как и зачем строятся небоскребы? Главная цель строительства небоскреба – привлечь в страну мировой капитал. Кто в них живет? На Западе принято, чем выше ты живешь, тем престижнее. И почему большой город должен расти в высоту? Москва всегда славилась своими высотками. В любом современном городе без высоток не обойтись. Небоскреб – это самолет в бетоне и в металле. Здесь работает 1500 человек, который создает это уникальное здание. Фильм Аркадия Мамонтова «Москва на высоте». Премьера. Воскресенье. После полуночи. На канале «Россия».